Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сегодня на реплей Центральный округ. Муниципал Кирилл Подбулу, вы не забывайте вводить манипулистрации. И сегодня у нас новая серичка. И посвящена она будет дерби, если что. Извиняюсь, пацаны, за лишний шум, потому что, блин, соседи там ремонт делают. И я думаю, вам это будет слышно, но я постараюсь это все музыкой как-то подделать, чтобы вам не так было слышно. Кстати, хочу привет передать подписчику Бодя Монтана, переведу тебе привет. Короче, еду сейчас я на дерби в Южный, получается, и там уже, я думаю, продолжим. Короче, пацаны, какая-то хуйня произошла. Извиняюсь за мат, но я только что ехал. Меня подрезал чувак, я резал таксиста, и я появился дома какого-то хрена. И БМВ осталось там. Что-то вообще непонятно только что произошло для меня. Видимо, какой-то бах, либо еще что-то. Я реально дома заспавнился, хотя меня вроде бы как никто не спавнил. Ладно, тогда сейчас возьму вертолет и уже долетим до дерби. Итак, вот я, в принципе, прибыл на дерби. Давайте зайдем, поучаствуем. Так, вот и в игру 5 участников всего лишь. Ну, такое. Так, берем наш капиндос и сейчас будем ездить. Вот тут противники, смотрите. Два на этих, получается, на механиках. Один на этой машине такой странной. Ну, конечно, будет, мне кажется, сложно. Но давайте попробуем кого-то, в принципе, выиграть. Ебать, смотрите, чувак на БМВ просто. Смотрите, на БМВ. Это жестко, реально. Так, давайте его столкнем. Давайте его догоним по бырику сейчас. И попробуем его столкнуть. Конечно, такое себе, знаете, занятие за бэхой гоняться на капиндосе. Так, он упал. Это уже хорошо. Так, пацаны, вижу флаг. Тормози, тормози. Давай, 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 берись. Вот уебок на БМВ просто. Реально просто. Иди сюда, сука. Иди сюда. Иди сюда, дядя, это мой флаг был. Иди нахер отсюда, ушлепок. Вон флаг. Давай, 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 давай. Флаг, 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 флаг. Давай, 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 давай. Есть, взял. Куда мне его вести? Куда-то наверх, да? Ну, такое себе, конечно, занятие. Ладно, давайте пробуем его заставить. Так, пацаны, я в тупике обратно. Так, дружище, давайте проедем. Блин, видите, лифты все подняты, и мне никак туда попасть. Давайте рискнем, поедем сюда. Ай-яй-яй, блин, перескочил просто. И меня кикнуло за читерство, пацаны. Просто великолепно. Реально, просто великолепно. Короче, пацаны, я вернулся на дерби. Давайте еще раз попробуем. Надеюсь, античит меня снова не кикнет. Все, берем копью, заспавниваемся. И давайте искать флаг. Итак, пацаны, вот флаг, давайте быстрее. Пошел нахер на БМВ, ублюдок. Так, взялся, куда ехать? Наверх? Нет, только не наверх, пожалуйста. Походу, наверх надо ехать, да? А где этот чекпоинт? Я его не вижу. Я не вижу на той чекпоинт, где он? Поинт, алло. А, вон, вон, вон. Так, давайте, пацаны, быстрее. Надо оставить за сегодня флаг хотя бы один. Давай, быстрее. Фух, есть, пацаны, плюс 300 очков. Просто охеренно. Реально, сегодня нам везет. Ну, кроме античита, в принципе. Так, пацаны, флаг. Пошел нахер отсюда. Кыш. Вот сука, он его взял. Иди сюда, ебать. Ну все, тебе пизда, пацанчик. Ты приехал просто. Нас с двух сторон просто. Дайте мне. Че тебе? У тебя БМВ, слышь, дядя, ебать. Тебе нахер. Мне надо тачку тоже прокачивать. Надо его скинуть, короче. И на всем хазу его сталкиваем. Давай. Он не хочет сталкиваться. Давай, давай, давай. Ну, потолкните меня кто-то. О, зашибись. Я тоже упал. Охрененно просто. Охрененчик. Так, пацаны, флаг, быстрее. Берись. Так, куда ехать? Ебать, тут на меня посыпалось людей, ёпту налево. Так, куда мне ехать? Я не вижу просто. Так, кстати, меня механик едет, пошел нахер. Оп, он упал в воду, отличненько. Быстрее, быстрее, быстрее. Пошел нахер, пошел нахер. Нет, нет, давай, перевернись, перевернись, нет. Блять, вот ублюдок на эскалейде просто, отвечаю. Так, пацаны, вон флаг наверху, давайте пробуем его взять. Давай, заезжай быстрее, пожалуйста, быстрее. Ублюдок на БМВ, сука, пошел нахер отсюда. Нахер пошел, вот скотина просто, пошел нахер. Отсюда. Сталкивай его нахер. Все, приплыл дядя, ебать. Все, падай. Минус флаг тебе, понял? Скотина просто. Видели, блин, перед моим носом просто флаг украл. Вот так, вон флаг. А, чувак перевернулся на газельке. Сейчас мы тоже попробуем к ним прыгнуть там. Так, сейчас куча, блядь, будет. Давайте. Колобанга, блядь. Опачки. Ну, почти, пацаны, почти. Пацаны, флаг у меня, флаг у меня. И нам надо ехать наверх, по-моему, да? Обратно наверх? Нет. Ну, почему? Я, блин, тут лифт обратно нету. Обратно нету лифт. А, на БМВ пошел нахер. Так, проезжаем, проезжаем. Я хочу еще, мне надо еще очки эти, чтобы, короче, тачку купить еще одну. Так, короче, пацаны, пробуем сюда проехать. Есть, получилось, так, отлично. Нет, ну газелист, пошел нахер. Усос вонючий просто. Вот так тебе, уебок, сука, на газели просто. Минус флаг у него тоже. Нехер было меня скидывать. Ну, может, это не он был, но все равно. Ну, газель, конечно, пацаны, это имбовая тачка. Надо будет на ней накопить, но пока что нету столько очков. У меня всего лишь 990, а там нужно каждую машину по отдельности, короче, открывать. И потом уже до газели дойти можно. Так, пацаны, вот чувака сталкиваем. Давайте, давайте, на БМВ столкните его. Все, ебать.
приплыл дядя. Ему нужно вон туда флаг досадить, чувак стоит. Но у него, скорее всего, не получится, да. Отлично просто. Просто отлично. Так, давайте проезжаем. Я думаю, пацаны, будем на это заканчивать. Да, у меня нету 1200 очков. Там, по-моему, нужно 1200 очков, чтобы новую тачку открыть. Давайте, кстати, посмотрим. Это вместе с вами. Вот, подходим. Так, войти в игру. И нужно 1250 очков, чтобы открыть новую машину. Но, думаю, в следующих сериях мы уже купим тачку новую. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.